мы поняли, почему люди в Индии ходят за ручку. Тут же можно потеряться, а потом встретиться только через 20 лет. Да, да, да. Поэтому девочки идут за ручку. Наши 20 лет прошли, мы теперь боимся. Мы встретились и боимся опять на 20 лет. Патрик, Патрик. Китна, пайса. 100 рублей. Отлично. Very good choice. Нет, я ему дала поносить. Растани стайл. Но я вчера почти так прокручивалась. Нормально. Ага. Ну как твои, уже видели твое видео? Да, видели уже. Племянница пишет, что теперь, говорит, классно, говорит, теперь можно тетя Галя, можно в прямом эфире смотреть. Ну передавай привет. Привет, племяннице. Привет. Из Харидвара теперь. Сейчас чуть-чуть шопятся распродажи за 100 рупий платочки. Посмотрите, какие чудные платочки. Прямо трудно удержаться. Девочки, оцените, я тут вертела. Очень-очень красиво. Махарани такая конкретная, вот с распальцовкой. А как подходит по цвету, под штанишки? Дайте. У нас просто фотографии есть, я на совершенно случайно вышла так. Да, поцелюлю. А мы тоже где-то с Мариночкой при встрече поцелюлю. Да, подумал, что купить для девочки моей. Олечки, да. Сари купим. Ну, покажи мне, чтобы... Ну, подожди. Будет у нас время для шопинга в Варанаси. Не тащи с самого первого дня из Харидвара. Шаль вообще прекрасна. Шаль, она... Любое время. Да. У вас тоже прохладно бывает. Ну, прохладно, но летом очень хорошо одевать. Ну, летом полю. Есть другие, вот, типа такой. Крохотный шопинг. Полтосик. This is normal? Good money? Ной. Че, нормально? Да. Или не очень? Сори. Ой, какая... Глубокая синяя расцветочка. А черная-то какая красота. Чего девчонки купили? Ну, я леггинсы. А почем? Мою кофточку, мне теперь 120. Надо зелененькие леггинсы. 120, ой, какие дешевые. Дай потрогать. А зеленые очень, между прочим, по фактуре. Да? В смысле, симпатичнее. Ну и они когда? Тут более хэбэшные. Ну, темные лучше, конечно. Нет, они мне подходят. Ну, не знаю, подходят еще не подходят. 120. 120. Если мне это, они... Вон со звездами красота. Вот это белая с розовым, с зелеными цветочками красота. Шарфик вот это рада-рада, красивый такой. Последний тоже красивый. Вот то платьюшко красивое, бирюзовое. Да много чего красивого. Ниточки отрывайте, ниточки. Все это на долгую светлую память. Если ниточку потянул, то можно вообще без шарфика остаться. Да, уж аккуратно с этим. Мой любимый цвет. А кто же это покупает, такой мой любимый цвет? Да вы что, за 100-то еще будут разбираться? Я 160, однако, да? Only $2, no problem. Вроде бы уже есть все такое, но удержаться трудно. Это по 160 такие платочки. Бирюза, она у меня в фаворитах, но это же вообще, вот это уж невозможная ж красота. Ну, павлин там еще, павлинчик.
Вот здесь такой же, но более земляной цвет, оранжевый. Красота! Вот это за 160. Вот это за 160. Вот вообще уже тут почти европейский цвет. Строгая клеточка. Пальмы. Вот мы в Гуа надрывались, торговались. И то за 250 торговали. А тут вот за 160 вообще не надо ни надрываться, ни торговаться. Чего ты хочешь? Держи. Как по-испански красиво. Оля, как по-испански красиво сказать? Бонито. Бонито, Розита, бонито. Ага. Шопинг later, потом. Потом шопинг, после. У меня конкуренция. Дай по целюлю. Дай по целюлю. Смотри, делают шивалингамы. А мы вчера тоже видели, они маленькие такие, может, даже. Wait. Я правда. Давай, давай. Ой-ой-ой. А здесь-то какая красота. Такие красочные шарфы. Коромысло. Вот это вот коромысло нести воду из Ганги. Туда ставятся сосуды, и они вот не ставят на пол. Вот у них такие подставочки. И несут на плечах сосуды с водой по 50 километров, по 100, по 200, по 500 пешком. Но это вообще 100 рупий. Ой, да еще, ой, я не могу пройти. А у него, смотри, он двойной, да, что ли? Да. Такой на голову красиво накручивать. Девочки. Девочки. Девочки, держите меня, трое. Ирочка, я нашла для тебя. Ну, вот бирюзы-то у меня много. А душа-то пищит по всему. Почему можно попищать? А желтый какой. Ой. И по 130 здесь. Вон по 100, бархат, прям бархат. Все, пошли, пошли, девчонки. Самые опоздавшие уже подтянулись, мы идем. С разных сторон. Ага. Китна, сколько стоит? Ой, красота какая. Оно немножко разное с разных сторон. Красота. В общем, 450, говорит, такие шали. Скидка 20%, это 360. И он еще десятку скидывает на 350. Он вполне согласен. Девушки, на шопинг у нас будет потом 3 часа. Поехали в Манса Деви. Мы вас оставим на 3 часа, потом заберем. Пошли, все, пошли. Давайте, Роза, потом вернемся. Розочка, Розочка, вперед. Давай. Как всегда на подходе к любому храму, особенно такому, это один из самых священных храмов в Харидваре. И, естественно, торговля целыми рядами. Сейчас мы тут подождем, пока Саши купит билетики на фуникулеры.
Практически оскорбила. Хорошо, что я хотела торговка продать Мариночке вот такой пакетик. Обращаясь к Диди. А Оля спрашивает, а что это такое, бабушка? Она говорит, нет, старшая сестра, но это все равно оскорбление, потому что женщина очень взрослая была. Практически в мамы тебе годилась, а обращается как Диди. Бабушка говорит. Ой, ми-ми-ми какое. Чё-то. Нас чё-то. Нас 14. Чё-то. Бара 12. Бара пис. Чё-то 14. Пересчёт. Садимся. Это Пами взялся мести. То ли бескорыстное служение. То ли приступ батуна. Что Золушки? Приступ Золушки у Пами. А, да. Покажешь. Мама дорогая, я говорю, все на бикрень, трезубец на бикрень, шапка на бикрень. У тебя неправильный телефон. Зачем он фотографирует на бикрень? Я вся растрепанная. Я вся такая внезапная, порывистая вся такая. Растрепанная после пуджи. Пришли мне общие фотографии, пожалуйста, да, Вайбер. Сейчас ладно? Я покажу еще, мы в Тадж-Махале когда были. Угу. У нас тоже были фотографии красивые общие. Да поселюлю. Она совершенно случайно вышла. Ой, какое ми-ми-ми. Сплошное ми-ми-ми. Она мне что-то говорила. Что-то поселюлю. Тоже хорошо. Но то, что я вот делала, перефоткала с того, что нам фотограф сделал. Ага, да. Саши, ты его заказывал. И у вас есть фотография очень красивая с Саши. А, вот они. Смотри, как здорово получились вдаем. Таких красок и нету людей. Ой. Самое главное, красавица. Какое ми-ми-ми. А вот это вот еще красивое. Посмотри, как классно получилось. Саша такой статный у нас. До чего дошел прогресс? Ой, мама Петька, дорогая. Петька, ветреный ребенок. А че ты? Такая загадочность. Кружите меня, кружите, да? Так, что ты мне тут прислала? Ага, ой, красота на фоне слоника. Да, все-таки цвета яркие. Угу, это... И там виден храм Лакшми Нараян слева. Прекрасно, прекрасное фото. Народа уже очень много набралось в отстойник, и теперь мы идем на фуникулеры. Полетели, и мы сейчас также полетим. Раньше зал ожидания был здесь, вот здесь мы ждали. Меняют почему-то. Я по дороге во всю торговлю, и даже сумочки, чтобы не скучали. И даже можно взвеситься. Но мы целеустремленно не отвлекаемся, идем к кабинкам фуникулера. О,
Какой вид сейчас? Нет, все нормально. Ты сейчас будешь видеть Харидвар с высоты. Это потрясающее зрелище. У вас хорошее, очень хорошее место. Смотрите вот так, если что. Мы поднимаемся к храму Манса Деви, повелительница змей. Она была рождена из ума Шивы. Ну, она долго не знала, что она богиня. Вот это вот место, вернее, дорога, по которой те идут, кто не хочет подниматься на фуникулёрах. Иногда люди вот из уважения, иногда нету денег. Да, если за 20 человек идет компания, то им 22 тысячи надо заплатить, это дорого. Как туман, да? Да, туман, да. Нет, туман. Чего да, тут дымить-то? Чего дымить, действительно? А еще нет заводов, как в нашем городе, нет? Так что, смотрите, какая красота. И милостивая богиня Манса Деви, она все, что у нее просят, она исполняет. Поэтому можете попросить... Что вам нужно? Быть нескромными, да, и просить все, что хочешь. Просите, она же мать, богиня. Я мама. Вот мы сюда сейчас поднимаемся. Он, видите, он огорожен решетками, потому что туда обезьяны бегают. Да, манки инсайд пытаются забраться. Вот, но это не очень сейчас долгий путь. Мы буквально минуты две, наверное, проехали вверх, да? Две, может, ну три максимум. Наверное, долго подниматься. Да, конечно. Ну, два часа минимум. Тяжеловато. Чало-чало. Прелесть. Манки. Свои ноги. Смотрит опять обыск второй. Во всех индуистских храмах положено разуваться, поэтому нам пришлось разуться. Ну, такие беленькие, чистенькие. Сережа, ну-ка покажи еще. Ну, такие беленькие, чистенькие. Мы сложили в большой мешок и отдали вот туда на хранение. Сережка замерз. Обуваемся. Замерз, да? Да, холодный. Холодный пол. Ну, пол холодный, да. Февраль, однако. Уже с самого входа везде привязаны веревочки. Очень большая очередь. Все Сережку целуют, отвлекают прямо. Народу очень много. Прансад получили. Теперь я хочу веревочку. Тугеда. Ирина. Ирина, Ом Мангалам Бхагаван Вишну Мангалам Кумлам Дуджа Мангалам Кунли Катхиал Мангалам Сутану Вари Ирина Вен Хуши Рама Манша Деви Сарит Чая Мано Камна Санкат Кашт Рог Дали Саб Дур Каре Хуши Рама Дханьяват, Дханьяват Name Married? No marriage. Замужем или нет? No marriage. На правую ручку, а мне на левую. Вспоминайте по-быстрому, что там у вас, все сложно или как? Спроси имя и... Замужем нет? No marriage. Name? Роша. Name? Сергей.
А мужчин не спрашивают, замужем или нет. Интересно. Сейчас. Десяточку. Нет у меня. Будем искать. 10 рупий. One moment. Сейчас. А ну он может тебе разменять. Дай стольник. Дай стольник, он тебе разменяет. Очень хорошо. Отлично. Very good. Теперь счастливый обладатель кучи десяток. А сколько он тебе вообще сдал-то? Стоп. 200. Ты же 200 дала. Change. 6. Сколько? Все, пошли. Разобрались. Много больше, чем 20. И мне такой же дали цветок, роза. Сильно пахнет. Ну, мак. Собачка. Тоже у нее на лобике пятнышко. Тоже службу проходила. Это контора Донешена Саши дал сюда. Еще двоих не хватает. Вон они. Пами, Оля. Чало-чало. Ну, в принципе, по самому храму мы очень быстро прошли. Ну, кто успел, тот пожелал, наверное, попросил какие-то для себя насущные требы высказал. Да, хо-хом. Ача-ача-ача. Яху, яху. Чашку. Взяла Оля. Что? Чашечку Антонию красивенькую. Что твои сказали? Тебя уже увидели в Индии? Да, девочки мои. Ничего, в обморок не упали? Нет, в обморок не упали, но, говорит, дети аж пищали от радости. Да? Когда увидели. Такие счастливые. Они поняли твое стремление сюда, да? Видео посмотрели? Посмотрели, да. Очень понравилось, особенно маленькие детишки у наших, внучки мои. Они прямо вот в восторге были. Хорошо, всем привет. Привет. Улинка, привет. Улинка, привет. Тае, привет. Марии, Евочке и Карине. Еще будет очень много приветов. А пока разбираем обувь. Да не стоят они у вас 100 рупий. No. Это уже драные тапки. Не стоят они 100. 50. Pro market, Sunday market. Second hand. Марина, сфотографируйся. Папа, сфотографируйтесь. Папа просит за сыновей. Какая прелесть. Какая прелесть. Okay, well, everybody finish. We go here. Все. Нас строго охраняют. Вперед. Мам, последняя. По дороге не удержалась, купила баттермилк. Даю 100 рупий, он говорит, у тебя что, нет 10 рупий? В общем, она стоит только 10 рупий, вот этот сок. Вернее, баттермилк. Веревочку вы получили, веревочку? Да вы чего, девчонки, все проворонили, желание не попросили. Веревочку? Нет, я желание попросила, а веревочку нет, мы же прошли. Ну, нам дали вот этот вот рис. Что-то цветочек. Цветочек. Цветочек перестали есть.
А мы все по-настоящему. Девчонки рядом вот с Кундой постояли, где огонь. Здесь есть туалеты. Руки помыть, мусор выкинуть. Попить вот этот drinking water можно набрать. Или просто попить. Ну и кругом что-то продается. Питье. Мандала. Ну, Шива нарисован. Что-то с ним, наверное, связано. Ганеша. Ганеша. Ну, да, не Ганеша. Это Сарасвати и Ганеша. Давай, 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 давай. Последние. Окей. Все. Свет мой зеркальце, скажи. Но тебе надо зелененькую сумочку. Теперь. Ну все. Такой красоте невероятной. Да, зелененькой нет, все. Угу. Все, день на смарт. Черепашки хрустальные. Для орешков. Орешек какой красивый. На водовороте. А там Будда, посмотри, какой красивый. Да. Смотрите, я первый раз вижу, что эта печка топится. Для чего она интересна? А, Марина? Твои версии. Мои версии. Может быть, там сжигают вот эти все кокосики, нет? Что? Что, они здесь же много получают? Цветы, кокосы, их куда-то же надо девать. Дерево. Строили тут, не вырезали, не убрали никуда, не спилили, не срубили. Вот так вот вписывается в интерьер храма. Сам был молодым, отправил их двоих. Мама, you can change it, you can make it. I make. Enough. Thank you. Bye. Слышали, да? Плакал, я ему конфетку дала, он так... Ом сайрам. Ой, Ганга на крокодиле, видите? Ганга богиня. Отсюда самый прекрасный вид. Да, не очень солнечно, это хорошо, иначе бы пекло. Where is Харкипури? Харкипури on the... Где Харкипури, говорю, где главная пуджа Пишай. Проходит? Вот в той стороне. Там, где, да, упала капля Амриты, когда боги и демоны боролись. Сделайте наше фото, ему хочется. Ну, ничего, ничего. Я Джорихи. А что значит Каджурихи? Такая парочка. Вах, Каджурихи. Каджури хэ. Прямо так хорошо здесь. Каджури хэ. Каджури хэ. Да, так, вы тоже каджури хэ. Скоро научусь тоже. Я скромная. И я тоже. У меня пока не получается. У меня получается ржать, как коню. Мы друг друга. Мы шантируем друг друга. Шантируете? Они шантируют друг друга. Шива и Шакти. Все получилось.
Thank you.